Петянки, письки по колено. Слышь, да, Лёх? И те, которые из тортов вылазят. У которых это, губа по живот растягивается и уши. Очень странное представление. Сука. И трусы из папоротника, да? Да-да-да. Так, ладно. Погнали потиху трэш. Так, ставлю печать. Гуляю потиху трэш. Бафы вы какие-нибудь? Ладно, дай там касочки. Ой, блядь, я ж с волей вообще. Ладно, похер. Без воли. Хоть бы Тауреном одел волю нормально, ты уже Таурен. Там моб крутит, то аккуратнее. Вертушку. Вертушку. Сейчас монорота сбреет. Побреет или сбреет? И побреет, и сбреет все одновременно. Это мне напомнило, как в один дома 3 типа побрила газонокосилкой, блядь. Как будем выбивать первую фазу? Через кормление или... Кормление грудью. Да, будем кормить. Кто будет кормить про товар? Да. Расщепляйте. Негритянка будет кормить, блядь. Просто я подумал, типа... Ну, просто первая фаза будет намного быстрее, если мы будем кормить, банально из-за того... Что ДПС по боссу, бля, вот смотри, видел Делорус, да? Специально подбежали, тебя свечно здесь. Удар в спину, еще тогда за спину зайти, бля. Мне больше понравилось, как совы быстро контролят у нас, блядь, а фоне не хватает, пиздец. Я помню его быстрые пальцы на Диком Западе, а эти, блядь, что-то я хуй знает. Удар в спину. Коника вообще. Сейчас я сову вкачаю, буду тебя контролить. Бля, ну Коника разбойник, он роль отыгрывает, он всех в спину пиздит, как крыса. Типа это нормально, как бы. Монорот. А монорот? Ну, монорот хуй знает, он, блядь, кот обосрал. Монорот просто розовый ворот. Чё там? Что-то музыка или что-то? Да, адмирал может жует, как обычно. Там гайд на товара. Поставьте тотем на гилу, пожалуйста. Просто вот поставьте и все. Не надо его переставлять или еще что, я просто проверю. Но если вас возьмет в МК, он свичнется в вас. Помните об этом. Так что не ставьте это. Воронка. Просто мы тогда этот, типа. В одного этого и сделаем одного дамагера, но мы больше быстрее переведем по времени на вторую фазу, намного быстрее, потому что дохуя типа бурстов отдается в трэш, там и урона в трэш. Че обстан? Ну, смотри, луч. Попал под луч, все, значит, нет. Что там, воронку не забрали, что ли? Так нельзя. Сейчас, ее подожди. Лутани сам. Сейчас. А ну.
Станчик, задиспельте и добейте мобов, чтобы я лутанул ее. Никто не любит локов. Одного в спину убили, другого лучом обоссали каким-то. Это не луч, это струя. Не стой под струей, да? Да. Ну мог не. Смотри, как она херачит, да. Она до кого она добивает? Самая быстрая струя на Диком Западе. Струя. Где воронка, что-то не видно ее. И уже и ты ее не увидишь. Заслака, походу. Угу. Вот она, родимая. Она не в той сумке лежит просто. Кира, смотри, когда приходим на вторую фазу, первоначально у нас появится 5 адов. Что мы будем делать? Эти 5 адов, 2 лока дают бан. Вот, остается 3 ада. Даже 3 лока дают бан. И 2 моба идут, блядь, типа взрываются. Потом по очереди отпустите баны и нормально будет. А ты под это все дай замедло. И так постоянно, типа, кидай замедло на дальних мобов, чтобы они дольше доходили по времени. Собьем сегодня 2 ада, начислю 5-хатку. Кого или плюс? Пятеру ты имел в виду? Да. Сука. Так, а в смысле ты говоришь 5 мобов, а когда 10 выйдет, что там? Потом 10 мобов выйдет. Это дальних замедляем, ближайших через баны контролем. Плюс сова там кормит какие-то или что-то еще. Там не только сова должна, там и Элима тоже тотемы свои ставит. Ну тотемы, да, Элима поставит. Кирс все поставит. Должны работать. Вы, если видите, что 3 моба заходит босс, ну, типа, все допустим. Если вы видите, что 4-й идет, блядь, стопайте как хотите его. Вообще похуй, чем просто всем рейдом, блядь, смотрите, 4-й заходит. Все, надо стоп. А можно вообще 2 поедите не контролить? Ну да, можно 2 не контролить сразу. Тихо не заходит, все. Типа, если вы видите, что дохуя мобов заходит в босса, подошли там, откинули этих ебучих мобов, то есть сова там, элем, допустим. И этот, нову там маги, то же самое, видите, дохуя заходит, нову дали, подошел элем, откинул, допустим. И заебись. Тратить просто контролить все, что видите. Чем больше вы контролите, тем меньше вероятность это все сделать. А мановое откидывание не запарим? У Лема откидывание типа работает так, что и ново откидывает, даже если моб нове стоит. Адмирал, ты тут? Да. Два раза по 6 секунд там висел. По-моему, тебя нету. Нет, тут-то он тут, просто у него лоб свёрнутый, понимаешь? Тут надо уточнять, в игре или в Дискорде. В Майнкрафте он сидит. Да блять. И опять бегает, только пишет. Вот опять.
Ну и. Ох, блять, на одну секунде дусполь. Не, отбирал топовый чувак. Он же здесь дисплеил, да? Он ага. ДБМ делает, так что можно ему простить. Два раза. Даже не можно, а нужно. И Эл брел 7 раз дисплеил. Ну нихуя себе. Это знаешь, это как в Форсаже вот эту команду Дизель собирают. Там типа технарь, там один там по тачкам, там еще что-то. Ну вот адмирал, как этот нигер, который, ну, компы там взламывал постоянно. Вот и наш нигер. Вот и негритянка наш. Ключевое слово нигер. Или тот болтун. А кто у нас болтун будет? Который говорит, я, говорит, уговорю любого. Болтун, да? Ну, какой-то у нас персонаж есть. Ну, тот чувак. Роман Пирс. Так, короче, ставлю рыбу. Надеюсь, все усилки закинули по соточке. Так, сейчас. Сейчас объясняю, что будет сейчас. Короче, все по-старому. То, чтобы быстрее босса на вторую фазу перевести и легче было. То есть разделимся милики под боссом, РДД на малом кругу, РДД на дальнем кругу. Будем кормить мобов, будем контролить мобов. Потому что на второй фазе мобы, блядь, если их сливаешь, вот сегодня ДВ, рейдер, блядь, слили. Мобов, блядь, и пиздец. Алло, а тебе что надо? Тебя требуют, даже с пингом. Ты тут на тебя лужи не бросаются, тебе вообще похер. То есть на первой фазе ты просто по одному мобчику притягиваешь босса. На второй фазе поднимаешься через первую платформу. Вот здесь звездочка стоит. Можно сумануть, я не вынести два раза ребята. Ну, первую платформу понял, да? Это справа. Ну, первая справа будет платформа твоя. Первая справа. То есть четвертая по часовой. Да, да. Поднимаешься и танчишь мелкого. Все, вся твоя обязанность. В босса гриппать одного моба на первых? Не расслышал. Появился трэш. Середки какого-нибудь одного шлепс, если под боссом нету никого. Если под боссом два, то ничего не делает. Да, вообще раздавать каски или кулаки с МП5. У него прокачанные кулаки, пускай кулаки лучше. У него есть рукава. У тебя разве нет? Да. Давайте правильно считать слева направо. Мы не живем там. США или где там справа считают налево. Звоните, пожалуйста. Как мы будем считать? И потом. Ну как слева направо в России считать. Всегда слева считалось, направо. Считается. Ну как читать, типа, да? Не понял. Как читаешь, да? Слева направо также. Звоните, пожалуйста. Да. Я понял, кто у нас будет этот Роман Пирс, это Неликс. А он где там появляется? Я не был здесь на второй фазе. Так, с ДВ первую. В лужах он появляется. Заходишь, это, будет на этаж, и как квартиры считаешь? В каком порядке? Где первая, где вторая, где третья? Это что, у Войда хоббит такое, считать квартиры на этаже? Здесь и танчить? Не знаю, что Войд там умничает. Дайте каску. Цифры? Офигеть, а ты знаешь, кто цифры делает? Ключники делают цифры. Нелик, смотри, если смотреть на Лара прямо, то с левой стороны это первая и вторая правильно, метка. Да. Ну так правильно, слева направо. Вот. Сижу, разговариваю. Так, с этот, я касочки раздаю тогда. Напоминаю, что на косте надо перебегать, плакать. Сопроты всем выпить. И 100 усилков КП забить. В смысле, а если у меня это... Потому что моб... Класска стоит.
потому что мобов будем взрывать. И чем больше вы, блядь, это... Чем больше вы переживете, тем лучше. Не нужен. Стоп. 5 танков? 4. Ты в ДД? А. Чё ты? А я под носом бегаешь, дамажишь. Я понял. Вместе с Коник, NX, ты... Кто ещё? По-моему, Дискорд у всех лагал сейчас. Да. У всех лагал, сейчас отлагал. Лёх, говорились нахрен. Можно по ДК приставить, ребав? Ассиста можно? Лёх, ассиста, чтобы анонсы шли. Там Полина спрашивает, что по хилам. Она в хиле, и пятая группа. Этот адмирал мне вырубить или нет? Тихо, на второй фазе. Короче, это Простя вместе с Мосой и вместе с Адмиралом. Простя, Моса, Шамагол, стоите слева. Полина, Элбрил, Адмирал, стоите справа. С первого фаза как бьем? Так, еще раз на Некс действует. Лёха, сделай сначала РТ, ой, РЧ, а потом уже скажи, что люди могут заслакать, ну, как обычно. В плане, не понял, про что вы вообще? Ну вот, например, сейчас бы хил не услышал, он сказал, я отходил там и закосячил беду. Блять, все здесь подтвердили же. Мы как первую фазу бьем? Как бьем? Кайтим и контролем мобов. Все, ништяк. Кайтим? Ну, кайтим, блять. Ну, босса вводим. На второй фазе КРДД меликом отбегать или просто куда-то? Все кучно стали сейчас, растусовались. Кто на малом кругу, кто на большом кругу, чтобы я видел сразу. По танкам, какая у кого платформа? По танкам, Кават первая слева, Кислый вторая слева, я на третьей, ДКшка на четвертой. Хилы, еще раз объясняю, Моса, Шамагол, Простя, стоите с левой стороны, хилите Ковата и Кислорода. Мосса диспелит, Шамагол спросит и хилят. Сапроты обязательно, блять, Элбрил, Адмирал и Полина, вы с правой стороны. Полина находится в центре, в приоритете меня подхиливает. Элбрил находится с Адмиралом в куче со всеми. Хилят Рид, плюс, блять, этот, сейчас дам вот. Плюс, блять, этого, ДКшку, все. Если надо будет прожаться, я прожмусь. Все. Плюс диспел Полины не забываем, жноем. На второй фазе диспелишь ты им. А народ, если будешь видеть сам там, блядь, на второй фазе, то жноем где-то не справляется, помогай. Адмирал. Все, все так, готовы. Первую пойдем. Фазу кто диспелит? Первую фазу Киса диспелит. Все, по готовности, давай, кого-то, черт поехал. Отдай ассиста. Че это? Первый на пол кого-то? Да, первый на пол кого-то. Первый ковад. Не хватает бафа какого-то. 80 тысяч. Лапки нет.
Раз. Перебежали. Минус один стоит. В центре лужа, выйдите из нее. Блять, можно точно стоять, давай. Босса бить. Бафками не дайте. Казум, ты можешь стоять вместе со всеми, а не в стороне? Раз, пошел. Бежать. Моба. Контроль моба. Медло. Медло, блядь. Гриппы? Не надо. С одного. Каст. Прибежать. Опять там заберу. Замедло. Еще отпускайте два. Еще отпускайте два иду. Каст. Перебежали. Моба, еще эти. Проводи. Проводи быстро. Все нормально. Пускай идут мобы. Не тормозите хоть. Это я уже больше мешал. Да идут эти три. Каст. Прибежали. Теперь еще заходит. Одного стопорните. Выбираю. Моба прыгнул? Да. Повезло, блин. Два моба. Пускай и тот, блядь. Че вы так тормозите его? Да вообще нормально, да? Еще два. Дай закрыть. Могу даже три вот эти мне полететь. Но может, конечно, не цепанет. Раз, пошел. Прибежали. Мобы где там? Это босс активно, давайте, давайте, давайте. Таск пошел. Заберешь босс? Я уже забрал. Херс, блядь, что с тобой? Не знаю, пингуют местами. Встану. Сейчас мобы зайдут первый. Три моба идут, одного стану. Блядь, ну троих не надо же, нахуя? Вы не понимаете, что одного надо, а не троих, блядь. Что, два зашли, отводи, 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 отводи. Стою, прохил баф. Два пускай еще заходят. Раз пошел. Перебежали. Вот, фигня. Два пускай заходят, три тормози. Сейчас пройдет ново, два вот этих запустят. Все, пускай заходят. Я сейчас заберу босса. Забираю. Фу.
Раз пошел. Перебежали. Отхил. Тормозите, моба. Блять, так. Где, блять, контроль? Ложимся. Сколько до берсы до времени? Полторы минуты. Полторы минуты. Ну, блядь, чё с ДПСом тоже самое? Ну, по времени получается, что так, что так. Ну, да я понял, что по времени. Но тут 6 хилов, а там 5. Я не могу понять. И плюс тут еще один танк, где спейлит. Я не могу понять, что с ДПСом, блядь, и почему так хуёво контролите, блядь, вообще. То, блядь, заходят все, то заходит, блядь, один, вообще нихуя не заходит. Кем я тебя лоя заменю? Вот скажи мне, кем? У меня на второй фазе, главное, чтобы ты первого потанчил. Ну, блядь, Амонарод, кем тебя заменю? Рыбу ставлю. Блядь, дальних надо замедлять. Ближних надо через банить, блядь. Так будет проще вам намного, реально. Вы бан кинули, тех, которые... Ближних самых двух вообще не нужно ничего с ними делать. Как они появились, пусть они идут прямиком. Где ваш ДПС, ребята? Я вот не могу понять, блядь, все одеты в 4Т5 практически. Ну, блядь, с дамагеров все. Ни одного ДПСа, блядь, нету. Вы смеете? Казум, смотри, вот ты справа стоишь по диагонали, а хилы стоят сзади, а танков идут. И мы отбегаем вперед по диагонали направо. Ты когда, если там стоишь, то разливаешь перед нами лужу. Вперед мы не можем бежать, потому что от миликов может быть лужа. Мы бегим в бок. Вы можете все кучно стоять и перебегать? На максимальном ранже от босса стоять. Там есть время перебежать и лучше никого не заденет вообще. Или, блять, вам не знаю, что вам сделать, чтобы вы могли нормально перебегать. Не тупили, не докастовывали, блядь. Кому каски? Богом. Стаки отслеживать. Мне целую кучу теперь стаков отслеживать в ТП. Готово, поехали. Иди мне, ДПС. Ты не проснулся, пора просыпаться. А манекене даем ДПС, тут нет. Почему? Прибежали. Что могу, блядь, не тупи. Раз пошел. Прибежали. Двороги, сейчас отъедете нахуй. Будете так бить босс.
Мобы, по идее, вообще сейчас не убью. Неонеликс, ты разливаешь лужу перед хилами. Да, я её в боку нашёл. Подси, блядь. Я отбегаю в бок, а там я разбегаю. Сантея, поднимай кислу. Если нету, монород. Я подниму. Не забирай, так и скинул. Окей. Убежал. Бейте дальше, кто идут мобы. Ташка даже брать. А три. Одного за контролем. Санте, где поднять? Там лужа, поэтому. Да его резнули в лужу. Охуенно, монород, блядь, поднимай тыти. Прибежали. Рогу, где прохил, блядь, столько времени нету. Ближние пускай идут, три штуки, блядь, дальних контролем. Отводи немного босса, одного, блядь, за контролем. Все, нормально, дальше поехали. Херачим босса. Два пускай тоже доходят, сейчас так и снимем. Одного за контролем. Здесь так. Говорю, одного за контролем. Забери. Забрал, забрал. Кат, кат, кат. Побежали. Контроль. Мобы. Нахуя вот ближнего, сука, идет нормально. Мне надо за контролем. На 8 стаков нету, слежут уже на своей категории, блять, стаки сверхновые. 3, блять, он сейчас попадет. Могут еще 2 заходить. Каст пошел. Перебежали. Разум не может перебежать с Нейликс. 2 моба могут заходить спокойно. Нахуя вы его кидаете контроллер по мобу? 3, блять, моба идут. 2 пускай заходят. Есть возможность. Забирай. Проводи босса. Да ты, блять, его забрал. Проводи. Все, 2 еще складно. Сейчас пошел. Перебежали. Пускай эти 3 моба идут, заходят. Дальник за. Бля, дальник замедлит. Все, прохилили. Хитя. 2 стака сейчас будет. Одного законтролить. Отводи. Так. Перебежали. Прохилил. Снова 10. Дальних замедляем. Ближние пускай идут. Нахуй им стан даете. Проводи. Все, пускай эти идут. 2. Я заберу. Забираю. 3 стака. Мы ждем под ходу. Спать, бежали. Все, пускай доходит 2 моба. Похило меня. Еще 2 пускай доходит. Не надо его замедлять, пускай доходит. Ну, нормально. Раз, нашел. Прибежали. Чумовол, не тупи. Мобы, дальний контроль, ближний пускай идут. Один зашел, второй тоже заходит. Нормально, тоже у меня 8 врачей. Забрал. Забрал. Да. Навоз топор нет, води.
Прекрасно, слово. Прибежали. Вахил, пускай два доходят. Дальних тоже, пускай все идут уже. На берсе сколько-то времени? Минута. Минута. Босса, пирач. Сейчас уже должны были переводить, а они здесь. Сколько там по процентажу? Каста. Вот это. Перс. Моба, сливаем моба, переводим. Рядом 4. 4. Ну куда ты, блядь, их мородишь? Одного точечно бан. Стопните по боссу. По боссу стопните. Пускай идут два моба еще. Переведи. Баны пускай остаются. Баны пускай. Переобновите баны. Дай массакру. Сказал же, стопните по боссу, нахуя вы бьете дальше? А там, понимаешь, как, ну, вот если сказать на 7%, там доты переведут. То есть, а сказали на 6%. Там процент переводят доты, то есть все убирают, и они все равно переводят, то есть доты, которые висят. Там, блядь, мобов надо взрывать, он отводит. Надо на этой хуйне вы, уже блядь, на 10%. Вы, блядь, вот скажите, вы долбанутые, блядь, появляются 4 моба вблизи, нахуй вы их морозите? Нам, блядь, вы этот. Вам надо, блядь, чем быстрее мобы сольются от босса, тем вам, блядь, будет легче в разы. Вы, блядь, запомните одну основную вещь. Чем, блядь, быстрее мобы взорвутся, блядь, от босса, тем меньше вас контроля, тем больше вы будете давать ДПС. Появляются 4 моба, блядь, вблизи. Нахуя вы даете, сука, нову? Если могут дать 2 лока бан, блядь, рандомно, даже... Ну, даже я не доверяю этим локам, честно говоря. Если вижу, что 4 моба летят прям в босса, я даю нову на всякий случай. Ну, блядь, а это... Давай вот не буду давать сейчас, вот, серьезно. И давай, я тебя прошу замедлять, ну, дальше. Все, понял. Можно еще один вопрос? 2 танка, а какие у вас ауры стоят? Интересно мне просто. Две одинаковые? Не прото аурост. Юковато прото.